В этот понедельник закрылся фестиваль исторических фильмов «Киновечи». На прошлой неделе областную столицу посетил известный актер Михаил Пореченков. Он представил тверской публике картину «Русский крест», возрастное ограничение 12+. Народный артист России играет в нем главную роль. Фильм снят по одноименной поэме русского поэта Николая Мельникова, режиссер Эдуард Бояков. Это история о покаянии и духовном возрождении простого человека Ивана Ростка. Съемки киноленты проходили на Тверской земле, в Торжке и Удомле. Мои ощущения совпадают с теми чувствами, которые передает фильм. В нем мы говорим о том, что люди разрознены, хотя им важно объединиться, чтобы стать сильнее. Эта картина – крик души, который дает понимание своего места в жизни, понимание своей родины, сказал Михаил Пореченков. Известно, что всего на суд жюри и зрителей представлены 8 кинолент, 4 из которых премьерные. Кто стал победителем, будет объявлено в ближайшее время на официальном закрытии фестиваля.